Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. У нас на канале гости. Представьтесь, пожалуйста. Марсель Хабибназаров Маратович. И Марат, папа Марселя. Приехали вот посмотреть. Понравился наш этот, будем говорить, Ил-2. Заказали. И вот сейчас хотим посмотреть, как его облетывают. Да, ну, проведем испытания. В принципе, модель один раз уже летала, но со своей аппаратурой все равно надо будет настроить. Вот, собственно, этим сейчас и займемся. Проверяем управление. Двигатель запускается. К сожалению, пульт без столика. Одновременные модели пульт держать не очень удобно, но все работает, все адекватно. Газу до отказу, модель подкидываем посильнее. И на взлете немножечко крен на правую сторону. Пока модель разгонится, она успеет за счет реактивного момента выровняться. Поехали. Пошел отлично. Как здорово. И даже практически без тримирования пойдет. Марсель, смотри. Обалдеть. Я его сейчас отрегулирую. В принципе, в следующий полет уже делать это не понадобится. Но мало ли, если вдруг что-то приходится делать, вот набираете высоту 50 метров, угу. Тогда есть запас времени на реакцию, и уже там все настройки, все регулировки. Красавец. Да, хорошо идет. Чуть-чуть руль высоты приподнимать приходится. Вот и нормально. Вот все, идет ровно. В принципе, вот он, крейсерский режим полета, у него чуть больше половины газа. На взлете только полные обороты, чтобы легче разогнался, легче взлетел. Ну и если вдруг попилотажить захочется, тоже обороты побольше. Ну, попилотажить экзамен надо сдавать. Ой, как красиво. Да, на бреющем полете он смотрится, конечно, классно. Отличная модель. Из полукопий одна из самых приятных в управлении. Не особо резкий. Рулится адекватно. Главное, скорость не терять. Все остальное идет нормально вообще. Без каких-то неприятных моментов. Красота. Ну. Боевым разворотом идем. Чуть-чуть оборотиков добавили. Можно чуть-чуть пошустрить. Хочешь собирать? Будем. Ох, какая. Пожалуйста, петли. Красота. Запаса по тяге у него более чем достаточно. Бочку сделаем. Вон еще у нас немецкие ястребы прилетели. Атакуют. Атакуют, ага. А мы не сдаемся. Ой, как здорово. Алексей, вы не летчик? Нет, летчик только вот в таком вот плане. Вы вылитый профессиональный летчик.
Ястребов, ну, да, фактически подбили. До профессионалов далеко, как летают настоящие вот мастера, конечно. Учись, Марсель, будущий профессионал будешь летчиком. Так еще надо очень долго учиться, да и реакцию хорошую иметь. Но для таких спокойных полетов, в принципе, нормально хватает. Ну что ж, будем рулить на посадку, да, потому что таймера на этой аппаратуре нет, к сожалению. Минут 5-7 модель летает. Потом аккумулятор садится, и если сядет не вовремя, можно потерять. Даже не столько потерять, сколько самолет просто сорвется в штопор, скорость потеряет. Видишь, как медленно учись на посадку. Угу. Сейчас надо будет чуть-чуть снизиться. Вот он пролетает далеко. Обороты прибираем. И выключаем двигатель уже только перед землей. Все. Вот, пожалуйста. Хотим выразить огромную благодарность. Спасибо Альнадо таким ребятам, Альберту, Алексею и команде ихней за изготовление вот таких прекрасных моделей для развития молодежи. Детворы, будем говорить. Это просто золото. Сын доволен. Скажи пару слов. Еще как. Спасибо большое вам, ребята. Удачи вам, процветания, развития и всех хороших благ. Всех, кого заинтересовали наши модели, вы их можете приобрести в интернет-магазине. Ссылочка будет в подсказках в правом углу экрана. Переходите, заказывайте и наслаждайтесь полетами. А я с вами прощаюсь. Будьте с нами, смотрите нас. До свидания. До свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи. Играем по-взрослому.